По состоянию на 4 октября Ульяновская область находится на 17 месте среди всех регионов России по заболеваемости коронавирусом. В связи с этим в нашем городе были усилены меры соблюдения масочного режима. На улицах проходит рейд по выявлению нарушителей. В Ульяновской области проходят плановые рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. Сотрудники регионального министерства транспорта совместно с представителями ГИБДД проверяют автобусы и маршрутки, чтобы водители и пассажиры были в масках. За нарушение предусмотрена ответственность. Те граждане, которые едут без маски, для начала мы их предупреждаем о обязательности ношения масок. Если нет гражданина, если водитель не может ему предоставить эту маску, с гражданином проводится беседа, и впоследствии, если маски нет, мы составляем на него протокол. Рейды начинаются рано утром. К примеру, за час работы на улице Варейкиса инспектор выявил в маршрутных такси несколько нарушителей масочного режима. Сегодня мы работаем с 7 утра. Нарушителей было выявлено двое, составлен один протокол. Машин проверено около 15-20. Тех, кто без маски, попросят выйти из маршрутного такси. За первое нарушение граждане получают предупреждение. За повторное – штраф в 1000 рублей. Личность нарушителей подтверждается по базе РУВД, где содержится вся информация о предыдущих нарушениях, если они есть. Министерство транспорта Ульяновской области. Плановый рейд мероприятий по соблюдению масочного режима. Будьте добры, одевайте, пожалуйста, маски. Если масок нет, водитель вам предоставит маску. Берегите себя и своих близких. Большинство пассажиров ответственно относятся к режиму повышенной готовности и необходимости надевать маски в маршрутных такси. Однако некоторые не скрывают, что целенаправленно не носят средств индивидуальной защиты, так как уверены, что в этом нет необходимости. Именно для них предусмотрены штрафы как мера борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Вот вы сейчас без маски находитесь, а не подскажете, почему вы без маски? А потому что я переболел. Вы не боитесь, что вдруг нет, вы не боюсь. Или... Согласно распоряжению губернатора Ульяновской области, рейды по соблюдению масочного режима будут проводиться в Ульяновске ежедневно с 7 до 9 утра. Валентина Никонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.